Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зевса. Для начала не забудьте обязательно поставить лайк, написать комментарий и поделиться видео в социальной сети. Конечно, комментарий, лайк обязательно. И подписаться на канал, кто не подписан. Смотрите, пацаны, сегодня хочу показать вам мод на пистолет. На такой пистолет STK-W. Давайте посмотрим, какие моды, в принципе, на это видео. Я не буду показывать вам, как работает мода против бота, потому что, кстати, сегодня у меня будет стрим, обязательно приходите под вечер на стрим. Потом вы мне скажете, а почему ты не проверяешь на профи? Я на этом видео хочу показать моды на этот пистолет и показать, что обновили. Сегодня просто обновление было на ПТС, и посмотреть, что обновили там. На самом деле, что-то пока посмотрел, ничего такого не заметил. Но надо посмотреть, может, контракты что ли. Посмотреть, они добавили. Давайте посмотрим моды, которые мы можем поставить на этот пистолет. Пистолет-пулемет получается у нас. Моды, которые я, в принципе, могу вам предлагать. Смотрите, пацаны, я предлагаю, вы решайте, делает так, не делает так. Но я покажу вам сейчас более нормальные моды. Первый мод, который вы можете поставить, смотрите. Можете поставить первый мод по торсу. Сейчас прокручаю его. Поставить по торсу. Следующий мод можем поставить по конечности. Я считаю, так более лучше будет. Второй это мод ставлю. И следующий мод можете сделать по выбору. Почему? Смотрите, я сейчас скажу, какой мод лучше поставить. Так, давайте прокачаем этот мод, а потом посмотрим. Минус задача. Давайте убираем этот мод и покажу вам без модов, что случается. Мод я поставил, это нормально, да. Мод поставил на пистолет. Да, у него там приклад или что там есть. Но есть и минусы, есть и плюсы. Давайте посмотрим. Трясет его ужасно, просто ужасно. Как там люди играют с ним, я не знаю. Я не знаю, буду играть с этой дичью. Смотрите, как он трясется. Чтобы эта тряска не была большая, можем попробовать минус отдачи. Сейчас посмотрим. Давайте минус отдачи. И посмотрим сейчас, как она работает. С минус отдачи. Я не видел разницу большую. Ну, в принципе, немного точнее можешь попадать. Но почему тряска такая большая, я не знаю. Почему. Вообще не понимаю. Да, большая очень тряска. Это первая подборка, которую модов, могу я вам предлагать. Следующая подборка модов. Давайте мы покажем. Убираем минус отдачи, оставляем по конечности. Убираем минус отдачи. Вот можем поставить... Давайте покушаем. А если не хватает шестеренки, можно купить. Давайте шестеренки. На ПТС. Так, поставим кучность. Поставим кучность и посмотрим. В принципе, вот такие моды. По торсу, по конечности и кучность. Давайте. 20 кучность. Давайте посмотрим, что это нам дает. У нас просто маленький обзорчик такой получается. Ну, как-то нормально, нормально. Ну, я, в принципе, так считаю. Я, в принципе, пацаны, если вы хотите, чтобы я обзор делал потом, просто это еще занимает очень много времени, чтобы показать. Вы мне говорите, иди на профи, там будет заметно лучше урон. Да я не вижу разницы, пойти на легкую или на профи. Разница большая. Я просто показываю вам более эффективные моды. Вот, как я вам говорю. Или поставьте вот так. Мод. По торсу, по конечности, минус отдачи 40.
Или поставьте по кучности. Вам показал вот так. Только один мод меняйте. Плюс кучность 20 будет. Следующий мод, который я могу предлагать, это будет третья подборка. Пацаны, давайте поставим... давайте по торсу. Конечно. Не по торсу, а темп стрельбы перепутал. Темп стрельбы. Это темп стрельбы. Ставим место. И давайте посмотрим, как это решает. Ну да, немного решает. Темп стрельбы помогает. Но, скажу по правде, вот что меня бесит. Что быстро стреляет, но тряска вот такая. Очень большая тряска. Вот видите, вот эта тряска я ненавижу. Просто ненавижу такую тряску. Как люди так попадаются в такой тряске, я не понимаю. И следующий мод для эксперимента. Давайте попробуем. Я вместо темп стрельбы хочу поменять один мод. Ну и в принципе более стабильные вот эти моды, которые поставили. Короче, моды, которые я вам показал, смотрите сами, вот эти моды поставить или... Хочу проверить еще один мод. Давайте выбираем. Так, кстати, да. Вообще не надо. Хочу попробовать вот этот мод. Ставим этот мод. Давайте посмотрим. Блять, ну большие минусы есть это мода. Поэтому это экспериментальный. Я просто вам показывал три мода, которые более стабильны. А четвертый, вот в чем прикол. Двойные пистолеты получаются у нас. Ну, смотрите, у нас как-то чувствую, что режется очень. Стрельба и... Короче, мы сделали как береты так. Но у нас очень большой, очень сильно режется с таким модом. Но в принципе, если хотите с такими модами играть реально, я не знаю, смотрите сами. Вот этот мод вам позволяет вот так делать. Но более стабильные моды, вот эти. Кстати, вот две пушки. Ставите по торсу, да. По торсу я поставил. И видите, что не срежается и не урон, ничего. Когда вы ставите вот эти два двойные, очень сильно режется урон. Пацаны. Ну, в принципе, то, что я хотел вам показать с модами, вы решаете сами, какие моды лучше поставить. А мы давайте переходим, посмотрим на самом деле, что они здесь обновили, пацаны. Я, в принципе, посмотрел, ничего такого не видел. Но, в принципе, даже пушки смотрел, самое ничего или но хочу проверить, может они изменили с карточками. Давайте открываем 20 карточек, ставим 20 карточек. Так, падает по 3. Давайте посмотрим 20-я коробка, сколько она карточек. Я на основной почти собрал 11 тысяч валюты черного рынка. Буду сегодня же стрим. Да, сегодня не буду открывать, походу, на стриме. Может, завтра открою. Я как-то планирую по 15 тысяч на основу взять валюту, потом хочу посмотреть 20-й короб. Сейчас посмотрим, если контракты какие-нибудь там, ну, на баре падает по 3. 20-й коробку хочу посмотреть. На самом деле. Я думаю, я видел сегодня обновление, но я думаю, какие-то технические моменты они исправили. Потому что я ничего нового здесь не видел. Может, я нехорошо смотрел. Я коробку медику вам показал. Кто не помнит, могу показать еще раз. Медику. Так. И открываем последнюю коробку. Давайте посмотрим, что нам дает. Последнюю коробку. Да,
Да, пацаны, немного извинили. Почему? Потому что я помню до вас, до видео, до этого видео, я еще открывал 20-е коробки. Скажу по правде, да, падает и по 100, и по 250 падает. Но здесь, в этой накрутке, мне падало по 100. Они, да, сделали небольшие изменения, потому что одна из коробок все-таки набирает больше, чем 50. Остальные коробки по 50 карточек. Но падает по 250, потому что я до вас, еще раз говорю, до вас, до этого, еще крутил 20 коробок и проверил, да, падает. Падает больше. 500 и 250 максимум, то, что я видел. Поэтому изменения хорошие, я считаю, на это событие. Так, следующее. Давайте посмотрим насчет контрактов. Так, насчет контрактов, пацаны. Да, контракт за 10 тысяч. Да, потому что он на основу не был. Нет, этот контракт на основе нет. Вот контракт такой. Очень интересный. Шестеренки 50. Медик. Знаки воскрешения 5. Это хорошо. Инженера агент. 50 знаков. Это за варбакс, пацаны. На снайпера. Очень крутой контракт. Короче, показывает то, что на самом деле есть. Ошивка. Этот контракт уже на основе есть, поэтому его, в принципе, показывает. Тоже на основе есть. Это тоже на основе есть. Это тоже, походу, есть. А вот этот контракт, походу, или есть на... Я не понял. Это можете написать в комментариях. А вот этот контракт уже основной. А, насчет аптечки хотел вам показать, но я посмотрел магазин, пацаны. Что такого они не добавили здесь? В принципе. А, насчет ящика. Я даже на прошлом видео показал это. Этот ящик, может, кто-то не видел. Давайте поставим еще. Покажу вам насчет ящика. Медика. Моды надо прокачать. Вот их надо. Что я могу сказать здесь? В принципе, насчет модов я не знаю, пацаны. Насчет мода на коробку медика можете написать в комментарии, если сделать обзор про этого ящика. Я, конечно, сделаю. Ящик у нас интересный, давайте я вам покажу. Еще раз покажу, потому что тут там не смотрел. Так, ставится. Ты можешь нажимать, и себе хп устанавливать быстро. Ну, конечно, он и ломается. В принципе, насчет модов, я думаю, вы поняли, пацаны. Я вам показал обновление, в принципе, которое есть. Они обновили на события тоже карточки. Вот это плюс большой. Обновили карточки. Контракты небольшие там добавили, которые я вам показал, в принципе. Контракты тоже добавили. И... аптечка, конечно, есть. Я уже показал вам эту аптечку. Если хотите, можем показывать обзор на аптечку. Пишите в комментариях. Это очень важно. У вас сегодня на стриме. С вами был Зевс. Всем удачи. Думаю, обзор был интересный для вас. Всем пока.